Главное здание – это место, где сидят самые важные люди университета, а также учатся биологические и юридические факультеты. А что ты еще знаешь об этом здании? Мало кто знает, что на втором этаже главного здания расположен зоологический музей, который может удивить своими экспонатами. Свою историю он ведет еще с открытия университета. Тогда он располагался просто в кабинете естественной истории. На данный же момент открыто 8 залов, которые поражают своим разнообразием. Коллекция музея включает экспонаты из 23 типов животных. Его фонды насчитывают 3500 позвоночных, примерно 40 000 экспонатов насекомых и 4000 экземпляров беспозвоночных. А коллекция, она ведет свое начало еще с более ранних времен, с того времени, когда по указу Екатерины планировалось организовать университет Екатеринославе. Вот, и Потемкин Таврический, он, значит, вот, приобрел коллекции, приобретал для того университета. Но не сложилось, и какие-то коллекции попали в наш университет. Ну и распределились между многими нашими музеями. Среди всего разнообразия представленных экспонатов, более 1000 из них признаны специалистами особо ценными. Но есть уникальные экспонаты, которыми гордится музей. Например, коллекция бабочек Бутлерова, зубр, подаренный Николаем II, или же единственный в России экспонат вымершей зебры Кваги. Один из самых таких замечательных и интересных экспонатов – это чучело горной зебры Кваги. Раньше это считался вид, теперь, значит, его как бы свели до рамок подвида, вот, на основе последних молекулярных исследований, в которые, кстати, наш экземпляр не участвовал. Но вообще все эти экспонаты, чучела, которые в мире сохранились, их около 20 примерно, с учетом гибридных каких-то особей, да, вот, они в основном в Европе, в музеях очень. Такая основная масса, наверное, это в Германии. Чучело, которое находится у нас, это единственное чучело в нашей стране. Вот. И в свое время она тоже была куплена за рубежом. Ну и вот реставрировалась неоднократно. И вот у нас оно пока сохраняется. На экскурсии в музее побывали Инна Федотова, Юлия Парышева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.